Шаста Лейк. Расслабление. Найс. Как искупались? Сходить, он погулять по нам. Как искупались? Отлично, вода. Супер? Но я не хотела вылазить. Я тоже хочу купаться. Вау. Серега там наверху. Такой цвет бирюзовый. Не холодно было, нет? Превратись в один квадратик. Да? А вы так купались в одежде? Да. И она очень вообще. Fisherman Point. Фрейленд. Шаста Тринити Нэшнл Форест. Как она сюда поставить? Найс. Сейчас я буш. I'd like to swim as well. И мне нравится цвет. Цвет вообще классный. Надо купаться. Да, да, да. Я хочу. А вы купаетесь там в Сакраменто? Мы сейчас поныряли. Вот в речке? Берега прям один шаг и сразу это. Уже глубоко? Да, то есть там обрывный такой. Супер. Кепку, если сюда пойдешь, кепку сделаю. Тебе можно позагорать? Да. Просохнет даже, да. Ну, сейчас там будут делать все. А? Шашлыки. И у меня съем рыбу. Рыбу взяли. Не, почему? Ну, вообще не люблю мясо, особенно в Америке. Я хочу здоровое питание. Вода, овощи, фрукты. Даже никакие напитки не пью. Воры он же. Вода, да? Угу. Никакие витамины, ничего. Организм сам все вырабатывает, не надо его загружать. Я хочу, чтобы желудок был, ну, всегда полупустым. Вот мне тоже так хочется, но только что-то мне не получается. Воду, переходи на воду. А я ее много пью. Воду без всяких чаев, кофе. Кофе вообще это вредно. Ну, не вот, вот одни вредно. Вот кофе. Не вредно это. Не кофе? Правда. Не знаю, мне для организма, для моего вредно. Я вообще не пью кофе. Нет, это значит восприятия сейчас нету, привычки нету. А привычки? Так это вредная кофе? Привычка-то. Не вредная, ну да, но она не вредная, если его в умеренных количествах. Нет, кофе же, оно абсорбирует воду, наоборот, поглощает воду. Ну да, это больше вредно. Просто воды, на одну чашку два стакана воды пьешь. А, не, я в воду, мне вообще классно. Легкость такая, вообще классно. Себя чувствуешь. Что? Сейчас, супер. Don't swim? Давай пониже. А вот. Кристина, расскажи, как тебе Америка? Пару слов. Да? Нравится? Ну, по сравнению с Россией, да. А в России вы где жили? В Нижнем Новгороде. А? В Нижнем Новгороде? А, ну здесь однозначно лучше. Ты уже ходишь в школу здесь, да? Еще пока нет. Нет, еще пока. Какой класс пойдешь? Ну, у нас в России было совсем по-другому. Поэтому здесь может быть 8. А, 8? Do you speak English? Hi. No? No English. I'm sorry, no. I don't understand English. Speak English, practice. It's a nice lake. I'm going to swim. Так, это что такое?